Эй, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Нига, Робби, Копатый, Скромник, Spring Error. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Вам очень нравится режим, где я должен взорвать бомбу. Эта карта непростая. Если я падаю вниз, я сразу умираю. Сейчас вам все покажу. Я должен через всю карту пройти и запустить эту ракету. Это будет очень сложно. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Показываю, что я умираю сразу. Смотрите, вот я иду. И случайно вот так вот. И лечу. Все. True Passion. И каждый, кто упадет с любыми жизнями, просто умирает. И еще одну сальтуху на всякий случай. Очень странно. Пацаны, вы готовы? Я начинаю аж отсюда. И все, мы погнали. Есть два режима. Есть вот такой быстрый режим. Этот аниматроник бьет только впритык. Я на расстоянии не могу их убить. Поэтому мне надо только подойти и сразу их замочить. Они могут ставить мины, они могут использовать разное оружие. Ихняя цель меня сбросить. О, прикольные звуки издаю. Так, а мы идем. Мы приближаем, я буду медленно сначала идти. Может, я сейчас с первого раза и затащу. 3 раунда будет. Не-не-не, у меня 10 тысяч жизней, это ты пиписькой занимаешься какой-то. Включаем злостный режим. Нет, не могу убить его, надо только в притирку. Так-так-так, а ну иди сюда, говна. Так-так-так, еще этого сейчас убью. Нет, эта мина меня не сбросила. Подождите, я могу как-то перепрыгнуть это говно? Не могу. Ты говно не пускаешь меня. Умри. Ого, вы меня дамажите. Вы прям хотите меня сразу замочить, да? Да. Не получится. Я псих. Тут пролечу, потому что не могу. Ай-яй-яй, чуть не упал. Еще чуть-чуть. Так, а я бегу. Не дайте ему. Я кидаю бомбу. Ай. Да нет, 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 тихо, тихо. Мостик. О, мостик разрушить можно. Тебе. А как вы его разрушили? Это незаконно. Фиг тебе. Как мне теперь попасть? Это ты виноват, Диппер. Нет, это не. Так, так, так. Как мне теперь... я могу просто бежать вот так вот. И есть, без прыжка. Умри, умри. Так, запускаем ракету. Ура, есть. Бум. Вот это мега взрыв. Пацаны, я этот раунд затащил. Побежали. Ай, блин, упал. Блин, классный такой походняк. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Серега, ты меня слышишь? Да, слышу. Запах приближается, испуга. Что-то воняет. Так это... А свое ж не воняет, как ты унюхал. Так это от тебя воняет. Да ладно, не-не-не-не. Да-да-да-да-да. Зря ты тут ходишь. Вот. Диппер, прощай! Диппер упал. Так, так, через мостики надо очень осторожно бежать. Так. Вот здесь типа перепрыгнул я. Идем, идем сюда. Блин, меня откидывают от ваших бомб вонючих. Так, сюда. Вы мостик опять разрушили. Так, что-то он затих. Так, сидим, сидим, не палимся. Я должен взорвать ту ракету. А ты поставил, да, ракету, Серега? Да. Кто я завтыкал, я вижу, она там стоит. Так, ищет, ищет меня. Не палимся. Сидим тихонечко. Ах ты гад. Чё, меня видно? Я тебя слышу. Это не я. А кто? Вот это сейчас? Да, вот сейчас. Это не я. Лестницу проверяете. Да-да-да, звук лестницы, но я не на лестнице, это просто звук он такой издает. Так, побежали, побежали, побежали. Ах ты говно, увидел. Сейчас, Серега, я обойду, я все-таки зайду туда. Отлично. О, а что со зданием? Ребята, мы не знали, здесь разрушается карта. Это реально круто. Вот честно, что я этого я не ожидал. Ого. Офигеть. Эту карту добавлю в коллекцию обязательно. После записи сразу. Так, Серега, мне кажется, ты очень сильно обнаглел. Давайте сюда. Так, лезем, я обнаглел? Ну да, в чем-то ты прав. Я обнаглел. Есть такое. Так. Я всегда вроде наглел.
Надо мне... Я в следующем раунде, наверное, возьму аниматроника, который умеет тпхаться, не? Вы меня увидели? Увидели меня? Я вижу. Не долетел! Из-за выстрела жопа стрелял мне в живот. Офигенно, опоздание бегать, они меня хотят убить. Не получится, я должен ракету взорвать. Я ее вижу отсюда. Так, поскакали. Серега, ты знаешь, этот аниматроник по стенам лазит? Почему я его взял? Почему? По стенам лазит. А вот в этот момент... Не получилось, почему-то не фартануло. Блин, я появляюсь в здании, которого нету, это нелогично. Так это твой спаун там. Не, не хочу. Так, затихни. Блин, откуда вы знаете, где я? Вы что, прям сильно полез? Так ты в ноуклипе летел, я тебя вижу. Ого! А кто взорвал? Ладно, Серега, ставь еще одну бомбу. Бывает. Фиг тебе, Димас. Так ты забыл, я по стене лажу. Эй, физган нельзя использовать. За это я убью тебя. Ракета моя. Лети. Ура. Я затащил этот раунд, но хотя я и проиграл. Конечно, аннулировали карту всю. Так, Серега, сейчас будет решающий раунд. Только так делаем. Если я умираю, то я проигрываю. Если я взрываю бомбу, то вы проигрываете. Все, давай, Димас, я готов. Да, то есть нельзя никому проиграть ни разу. Да. Сейчас я заново возьму. Вот я сейчас буду хочу по красоте. Почему на мне C4? Это судьба, чувак. Так, ну что, будем начинать. Давайте нет, отсюда. Сейчас в руках C4. Нет. Не бойтесь, C4 это хорошо. Твои проделки? Нет. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Получается, Серега? Да. Так, я продумаю план. Я сейчас спрыгиваю сюда, бегу по мосту, резко поворачиваю направо, и там ракета. Раз, два, три, погнали. Ребят, беги, взрывайте мост. Беги. Блин, я упал. Да, проиграл. Блин, так нечестно. Вот это факт. Серега, давай еще разок просто дружеский матч. Я, ладно, я сейчас скажу, проиграл. Вот, ну, упал, вот не рассчитал, вы меня скинули как-то. Сейчас знаешь, кто идет? Кто? Бабка Гренни. А, нет, давай не без бабки Гренни. О, ребята, это уже жопа. Не, небольшая, маленькая. Только не могу найти этот пак почему-то. Его, наверное, удалили, может? Взял. О, я могу тпхаться, отлично. Так. Это уже... Я слышу, как ты тут... Да это ж дружеский матч. А че у вас ракета шатается постоянно? У вас ветер тут сильный или че? Я хотел спросить, почему она шатается? Серега, ты за папайруса, да, играешь? Да. 69 жизней, стоит с физганом. Так, че он стоит? А ты ничего не видишь, реально? А ты там, наверху, твоя... Я вижу... Нет, 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 не наверху, не наверху, не наверху. Я ведь слышу тебя. Ты где-то тут стоишь у нас. Ой, я знаю, где он, алло. Давайте, давайте, пытайтесь меня как-то убить. Блин, как так добраться? Димас, ты говорил без ядерного оружия, но без этого. Ну без этого, да. Ой, ну прости. Хорошо, можно, можно этим, я согласен. О, привет. Святой ник убить. Кто еще? Ой-ой-ой. Я живой. Меня в угол закинуло. Я вас убью. Отлично. Я, друзья, ну что уж. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.